Привет, YouTube. Очень надолго мы задержали наше видео, но я пока отдыхаю. Парни мне шлют разные видео по WhatsApp. Сейчас я смонтирую вам ролик и покажу то, что чеховские проходимцы не все отдыхают. Кто-то катается. Так что давайте будем смотреть, посмотрим, что у нас из этого получается. Дубль 2! Не можно надо было поправее просто взять, нет? Да можно было и в Чехов, в Макдак поехать, да? По асфальту. Поехать на велике покататься, ёп. Покуха, так, ребята! Вот самый. Самый опытный. Флагманская модель CF едет, давай! Вот они, завистники Ямахи, сглазили CF 800-очку. Саша, а что ты... Саша, ну ты-то лужу эту знаешь, ё-ма. Ты-то знаешь эту лужу. Она легко вырывает корни березы. И вот он, Поларис. Это вообще, это просто. Это просто. Ой, кто это? Моя любимая Ямаха опять застряла. А помните, этот парень обещал купить CF, если он застрянет на Ямахе. И что мы видим еще раз? Так что напомните ему в комментариях, что все-таки пора пересаживаться на ТР. Красава, бля! Борисыч! Это же Ямаха! Ямаха ЦФ толкает, ёпте! Пошел! Саня, рыбку не задави, Саня! ЦФ-то сама выехала. А посмотрим, сможет ли выехать Ямаха. Сань, ты рулем крути, Саня, вот так рулем. Я тебя понял. Заглох, не заводится? Вот что мы видим. Что тут, Ямаха? Ямаха рулит. Она по ровным дорогам она только рулит. Не буксуют. Вот они цепки. Красава, один толкает. Ну и ты, блядь. Как я тебя назад выпьем, блядь? Каким процессом? ЦФ-ника никогда не бросит. Знаете, он бросил своего коня и сразу начал помогать своему ЦФу. Тоже другу ЦФу начал помогать. Лишь бы только не утонул.
это... Цеп, цеп тащит! Цеп, цеп тащит! А, там еще один сидит. Ныряй! Мои любимые юмахи постоянно они застревают. Что же это такое-то? А здесь просто решили испытать шнуркеля. Промокают они и наберут ли они воды или не наберут. Смотрим. И поехал по затоку, здесь мелко. Давай, давай, давай. Под рукой проезжай, давай, давай. Ныряй, ныряй, ёпта. Вот. Мы тебя потом вытащим за руки, если что. Нормально, нормально. Неизвестно, блядь. Попробовал там проехать, видишь, а тут пиздец, он нырнул по шнурке. Он плавает там, ёпта, блядь. Если бы не восьмой... День удался! Никогда бы не подумал на это. Покажу вот это все. Военная. Она правда не новая, она просто не ремонтируется нихуя, ёпта, вовремя, блядь. А дальше мы за эту технику встряли, блядь. Голодный. Баранина по пизде. Суп по пизде. Все по пизде. Загораем. Потерял брата Ямаху. Ну скажи, бля, ёбаный. Да. Нихуя не потеряли, скажи. Это временно, он временно потерялся. Заболел, почему? Подломал да, ножку себе. Да. Стринахэнк сломался. Я его почему обязательно? Обязательно. Смотри, экстремалы что показывают. Увидишь, увидишь. Привет. От чеховских проходимцев по подольским просторам. Здорово.